На 76% готов к началу отопительного сезона Хабаровский край. На топливо, ремонт и подготовку коммуникации будет потрачено более 30 миллиардов рублей. Эти цифры были озвучены сегодня на расширенном заседании правительства края, где обсуждалась готовность региона к зимнему сезону. С подробностями Анастасия Привецкая. Паводок и сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае не освобождает власти региона от подготовки к зиме. На эти цели планируется потратить около 30 миллиардов рублей, большая часть из которых уйдет на закупку и поставки топлива. Работы идут по графику, в том числе по северному завозу. Он должен завершиться не позднее 20 октября. В последнее время очень много, в том числе и в социальных сетях, будируют такую мысль, что якобы северный завоз сорван, что то нет денег, то нет топлива, то еще что-то. Это все полная ложь и полная провокация. Все, что необходимо для северного завоза, профинансировано, закуплено, законтрактовано. На теплоэлектроцентралях края накоплен необходимый запас угля – почти миллион тонн. Котельных в аварийном состоянии в Хабаровском крае нет. Есть отдельные котлоагрегаты, которые требуют замены. По котлоагрегатам тоже графики составлены, поставки. И они в основном это резервные котлоагрегаты, которые на начало отопительного тоже не влияют. По мере поступления они будут установлены. Ремонт тепловых сетей и других коммуникаций на территории региона осложняет погода. Но исполнители работ обещают уложиться в срок. Не так столько даже паводок, у нас больше влияет сейчас климатические условия, то что дожди, просто нашим подрядчикам, к сожалению, достаточно тяжело, заиливается, смывает. Но в любом случае весь объем работы, запланированный на летний период, будет выполнен. Отопительный сезон в Хабаровском крае начинается, когда среднесуточная температура на протяжении нескольких дней установится на отметке минус 8. Анастасия Привецкая, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».